В Новосибирске есть много достопримечательностей, которые можно показать гостям города. И я говорю не только про известные места, вроде театра оперы и балета или зоопарка. Сегодня исследуем музей, который будет интересно и самим посмотреть, и другим показать. Бикет, ты гость нашего города, поэтому предлагаю составить впечатление вместе. Да, конечно. Здравствуйте, мы хотим посетить ваш музей. Да, конечно, можно вас видеть. Пожалуйста, вот ваш экскурсовод. Здравствуйте, пойдемте за мной. О, глобус. Вау. Здесь у нас наглядный пример магнитного поля Земли. Вау. О, Алматы. Но я хочу показать вам кое-что другое. Пойдемте. Смотрите, здесь у нас ферромагнитная жидкость. Это магнитный песок, перемолотый до наночастиц и смешанный с керосином. За счет того, что он находится с жидкостью другой плотности, они у нас не перемешиваются. Для детей это можно просто назвать венумом. Отпускай магнит. Только Человека-паука не хватает. Пойдемте с вами в следующий зал. Я сейчас вам покажу электрический зал наш. Вставайте, кладите сюда ладошки. Вот. И беритесь за руки. Смотрите, сейчас через ваши тела проходит 12 вольт. Это безопасно для человека, но этого достаточно, чтобы зажечь лампочку. Вот. В жизни это у нас так работает гирлянда. Разомкните руки, лампочка гаснет, потому что теряет проводника. Мы гирлянда! Смотрите, здесь у нас воздушная зона, и здесь мы тоже с вами кое-что интересное посмотрим. Так что пойдемте. Подставляй сюда лицо. Ага. Я передумал, я с парашюта больше прыгать не буду. Экспозицию вау-музея огромной назвать нельзя, но каждый экспонат можно потрогать и узнать больше о законах физики и природных явлениях. Бери за фиолетовые ручки, вот так. Локти прямо, руки прямо, корпус тоже прямо. Просто наклоняй вот так. Алину в сторону. Это называется эффект гироскопа, и тебя будет вращать. В другую сторону колесо наклоняй. Оно хочет вернуться, стремится вернуть свое прежнее положение, и за счет этого начинает тебя вращать за собой. Посидеть на гвоздях, послушать музыку зубами, прикоснуться к молниям. Можно оставить тень на стене, понять, как работает увлажнитель воздуха или электропроводник. И многое другое. Здесь у нас плазменный шар. Внутри у нас стоит катушка, которая усиливает силу тока и доводит ее до 3500 вольт. Оно подается на плазменный шар, который у нас генерирует молнии. И молния будет следовать за вами за счет переменного тока. Но если мы руку будем задерживать наверху, то молния у нас становится одна, потому что внутри у нас закачан газ аргон, и все газы при нагревании у нас будут следовать наверх. И поэтому сверху стекло у нас будет нагреваться быстрее, чем где еще-либо. Если мы снизу положим, подложим, то у нас будет дольше намного нагреваться. Ой, тут можно же гадать, да? Ну, по идее, Бикет, да. Хочешь, я тебе погадаю? Давай. Так, подожди, вижу. Ты Человек-паук. И завершающий этап нашей экскурсии – зеркальная комната. Вам сейчас нужно будет разуться и туда пройти. О, круто, поснимаем. Давай, я уже начал разуваться. Это вау-музей. Тебе понравилось? Вау-музей просто вау. Рекомендую.